К 175-летию великого поэта и сатайцы одновременно писали диктант. Цель мероприятия – пропаганда произведений великого мыслителя, возрождение интереса широких масс к литературе, а также повышение грамотности письма, статуса государственного языка. Мероприятие было организовано районным отделом внутренней политики и развития языков и состоялось в Центральной библиотеке. В нем приняли участие государственные служащие. Тема открытого диктанта – 35-е слово назидания Абая. Оно направлено на проверку грамотности госслужащих, на возрождение сознания через передовые идеи казахского мыслителя. Бахпи насқан патчадан, мими насқан карартык, сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан балардық. Адамның адамгершілік қасиеті, достыңғандай. Нравственные качества человека показывают, какие у него друзья, какие враги, какие родители и дети. Я думаю, что участники почерпнули из этого текста много полезного и интересного для себя. В этом благородном мероприятии приняли участие волонтеры с целью более подробного изучения жизни и творчества великого поэта, его богатого литературного наследия. Я приняла участие в мероприятии в честь 175-летия со дня рождения великого Абая. Писали диктант на тему «35-е слово назидания». Мы проверили свою литературную грамотность, запомнили слова и выражения, имеющие воспитательное значение. В написании общенародного диктанта в Центральной библиотеке приняли участие около 60 человек. Ержан Шерюенов, телеканал Атырау, Исатайский район.